Он будет учиться, а мы будем лутать. Не, Монорад-то косяки вы не смотрите. Монорад как танк косяков, я думаю, не будет. Монорад шарит. Если что, это Монорад устрахает. То сильно не расстраивайте. Просто я не понимаю тех людей, которые хотят сидеть вайпаться на босса под позапрошлого контента. Ссылка на личье, допустим. Когда, блядь, Олег, вот пока я не пришел, не убили. Понимаешь, идет 12 пулов. Одни и те же люди отлетают от ловушек, блядь. Там греф не заслужить по 16. Не, ну от ловушки я согласен. Это вообще бред. Ладно, ловушки, блядь. Сквернение по себе. Ужас. Когда говоришь, блядь, блин, сквернение должно быть на краю, а тут, блядь, оно все равно следит почему-то. Каким-то образом возникает. Так, короче, ребята. Кислый пропал. Прикинь, Лёва, у меня сейчас один покупатель сидел, и он пишет: от моего имени какой-то челик из джоков ЦЛКшку сыпь. Нормально? Неплохо. Во-вторых, блядь, черепу говорили, что тебе не дальше. Вот, и мне сейчас так же телек писал. Стоп. Дорос, здесь? Да. Но я не в рейд. Там
кому-нибудь из кастеров нужны пояс и топ. Вот то, что там пояс нужен в планете, я помню. А вот насчет тап. Ну окей. Данчик. Нормально. Чё, Сантей? Какие лучи? Давака, у тебя когти же прокачаны, да? Но эти, блядь, не когти, а тотем. Да, а тотем нет. Нахера зелёнка мыть? Забирайте мою зелёнку. Я тогда пошёл бил с когтями сделал. Пофиг, ничего не пофиг, мне допустим пофиг, да, пофиг. Нет, мне тоже пофиг, да, ребят. А, я вижу, там... А, ну там несколько человек нажимают. Чё, в принципе-то пофиг. Котёнок, Кутя, Лидия. По 500 для начала. Так, начну мы разбегать по котам с Дилбелорусом. А, ну да, 4. Это заезжает. Ты как будто не знаешь. Ебал. Замазан будет скелевый. А, с острова. Да-да-да, этот, слышишь? Долорес. Я ушел с острова, я уже в Долоране. Да нет, не пускает, блядь. Ну чё такое? Обогон. Блять, как посмотреть, где, сколько КД у меня, где это посмотреть? Сантей, плащ, наверное, нужен кому-то. Что-то остальное, не знаю. Короче, это, короче, первого босса без тебя убьем. Даю проверку, мы народ танк. Да, обратно. На информацию нажимаешь, там у тебя список такой выходит. И под часами еще есть. Ну рад там подхилить. Пианист, ты будешь Антон? Да. А ты обычку закрыл? Это же ХМК. Все, поехал. Вот да, это не поехал.
аккуратно. Скилл на шипе. Вставака, уходи. Убивайте вас. Есть осколок. Хорошо. Ребята, у всех лагает? Не микрофризы, скажем. 133. Лору зап на тебя упад. Да я вижу, блядь, ну нахуя вы линкуете-то? Блядь, никому не надо. Я синхуй, никому не надо, блядь, меня же нет там. Это классика же, ты чё? Пускай еще одни будут. Это знаешь, сегодня выпадет, например, пояс, а он никому не нужен, даже на успехе. Можно забрать себе просто, чтобы гений в трейд. Вах, поле паладина берешь. Такс. Где-то. На село бездны отвалился. Посмотрите на свои руки. Убирай, писал что? Реловый же написал. Че, посмотрю. Ну, что он долго релогает? Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Ваши... Как в старые добрые времена, в 20 танках уярит. Осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Тут у 2 танка надо идеальное исполнение рейда. Нигде не заслаку. Не достаем там тебя. Один там. И Долорес уже тут. Нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Что сегодня не Карины, да? Не Гены. Ему уже рассказали про Деварейтнера. Я больше скажу, Гена зашел помочь ДВ рейд вчера. Лутанул там, не помню сколько, 1002 или 4. 4 всего лишь. Потом мои сообщения до сегодняшнего утра не читал. Ну и 4. Люди 2 раза. Люди 8 плюс 16. Я уже послушал в раз, как говорит, да, уже пофиг. Причем лутали одни и те же. Проблема не в том, что они лутали ГП дохуя, а в том, что одни и те же. Это будет типа естественного отбора? Ну типа смотри, вот, идет, блять, 8 пулов, готовится косять, что одни и те. Блин, вот в чем прикол? Каждый раз, когда я спамлю ЦЛКшку, я нахожу людей то на Кару Гер, то на Зуламан. Когда спамлю что-то другое, нахожу на ЦЛК. Спам все вместе. И не перед. Причем, что самое забавное, что те, кому нужен Зуламан, они на него не приходят. А те, кому нужна ЦЛК, они тоже не приходят. Короче, сейчас пиши, что ты Зуламан там продать. Вот рили, надо спамить, что Зуламан собирается.
Гриб, для тебя бесконечное количество. Стоит. Чё там, когда не пропало до сих пор? Ну я стою, тыкаюсь типа в портал. Так, тогда что делаем? Вот, давай в танка. Ну, народ слева, я с Войдом справа. Мозер последнего на пуль... Не, Слобик, последнего на пулишь на Войда с правой стороны. Я с Войдом потом на боссе, этот народ на трэша. РДД понятно, четвертая группа справа, третья слева. Так, с Памиликом, Уча слева, вместе с Лоника на полном анарота. Радвар, Мозер, Вага, Греча, Раздавака, вы справа. На пул на меня, плюс на пул на этого, на Войда. Хилы должны отхилить. Контролься, одна сова, один рестер друид, народ в танке, три БР, всего лишь СС, создать на всякий случай. Этот, поехали, только контрольцы. Дает, я распул. У Веры когда? А ладно, потом дадите на второй фазе. Зря вот это. Контроль только. Противится моей воле. Казума, гриба, гречу. Народ. Контролем, смотрите. Кило гречу, контроль. РДД моб слева. Красиво. Если что, давайте на Войда. Народ трэш, мелики, смотрите по трэш. Этот противолост, я бы арконь. За духами пить. Контроль раздавайте. Стою. Не ловите. Массавку дал бы. Да вы гоните. Слишком все. Блять, вот духи можете не ловить? Че РДД делает посередине, где хилы стоят?
А черных Мозера подними. Бафы по Мозеру обновить, строить. Вообще мазбаф нужен. Коника тебя подняли? Меня подняли, но там дух взорвать сразу. Я еще раз был. Видишь, когда встаешь? Или лака. На Войда, на пул. Блять, у нас на пула-то нету. Ага. Простя. Вы за игрой смотрите вообще? Как оно бегать? И вайп начерить. Кратно два духа около босса. Весь на пол сдох. Два сдох и от духа. Хилам идет кратно. Даже три на пол сдох и от духа, блин. Ты не в сил противиться моей воле. Зуму дайте фир для ветерки. Я буки снимаю, у меня автоматы снимаются. А народ упал, блядь. Ой, трэш. Босса добивать, вот ты осталось. Войска нету, да? Там что-то пишут про Геру. КД. КД, не один шаман. Пула раздаем. Не один шаман. О, Мозер опасный. Подходит меня и с руки бьет. Дальше в ДД, да? Да, дальше в ДД. Кот, неплохо, 71 коврыла. А у этого Монорота у него 4-5, да? Лёх, возьми моего покупателя, трейдани с ним, если выпадет. Мне нужна цель. Сейчас, подожди. Вагас, отбрёшься, полса. Так. Как бы Вага без этого? Посох не хочет забрать. В одной руке ШМ-ка, во второй посох. Так. Звучит хайпово. Элбрил лук отдадим. Чонка эти. Мне там еще кинжал дали кривой, как турецкая сабля. А он лук пранту отдай на транске единицы. Мне просто фагу пробить. Я раскидываю, у кого есть энчант. У меня есть. Это самое главное. Кого первого вложил, кого это? Там что, кубики подкидываешь, кому раскидываешь? Да нет, куда мышка первая стала, там я. Это бонус выжившим. Выжившим. Вчера вы этот трэш вообще бьете трогает. Добивайте уже, бэп повесить. Че? Вроде убили дракона. Да там тот трэш тронули. А как умер Джонни?
Джонни Кейдж. У меня почему-то этот самый дракон укусил. Че там добили или что? Че бегаем? Че там Долорес, ты говорил, кого взять? Дай помощника его в рейд возьму, трайданешь с ним, если упадет. С кораблей ему надо. Корабли? Да, корабли и сурфанг. А что с арфа ему надо? Запы РПБшные. Там монород. Запы и клинок. Если запы монород заберет, клинок отравленной крови сурфа. Монороду на танка надо запы. Окей. Сырески лучше. Сырески. Да в смысле раз-два, как ты сейчас забагаешь так? Идите. Запускаю. Раздавай-ка ты топ-1 слайкер. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со светом... Гриб, забагаешь? Я зайду на Гену и накину тебя к... Коркрон, встретимся! Уйдите от меня, хейтеры! Сейчас забагаете, вместе все за одну пушку получите ГП. Сейчас вы ответите перед Солфаном. Ну все, раздавай-ка. Это ГП. Гриб, расстрел. Так, короче, этот Мурадина не бейте там. Все, что меня подхиливает. Рожал, короче, и пошел перед. Он все равно, блядь, нихуя нажимать не надо. Главное, чтобы вы его не били. А если на пул? Да нахуя он его убил? Он не убивается. Надо же кого-то бить. У тебя же Омин есть? А Омин убей, чтобы не сорвался. Девалка, я просто стою и кидаю земной шок. Больше от меня ничего не требуется. Топ-1 с конца. Сундук не открывайте, если что.
У, вагоны вниз полетели. Скажите, как надо бить. Добили. А это прикольно, когда я на хиле кидаю земной шок, а у меня 70% ограны. Смотрите там, тут хотел быть. А, это. Или вы не брали? Конь, ты в меня напуливал там, что ли? Почему у меня 70% игра был? Не знаю. Я напуливал в пианист. Ну ладно. На тебе за это. Вы чё, рогу засуманили на корабле? О, кстати, раздевалка. Знаешь чё? Я придумал, как тебе это ротацию погонить, может, за хил. Угадаешь? Да грипп отстань. Знаешь, как тебе можно погонить ротацию? Так что, мне сундук открывать, нет? Так вы засумоньте разбойника-то. Рогу засумоньте. Кто-нибудь выйдите с инстанкил, портанись пока что. Так меня же нет в инсте. А, нет уж этого, не надо тогда. Сумоните Рогу. Скажите только, когда Рога здесь будет. Сейчас впервые такой вижу, на корабле один нахожусь, никого не вижу. Чё, Рога здесь, нет? Да. Чёрт. Короче, бесшейный СПД и запад. Пускарит. Нету, пускай уходит Рога. Ему с урфа меч нужен еще, клинок отравленной крови и волю он заберет. А хотя пускай, наверное, остается. Пускай остается. Там воля нет, воля есть, чел. Стоянин. Так, осколок я вижу, так что я вот так. Волю. И запас. Ты выходит, а сколько только сундуков видишь, да? Народу отдадим, может пригодятся. Танк. Нет, а ты мне не просадишь. Силовые ватных. Так, шею. Чуть-чуть. Раздевалка, у меня монорегена больше, чем он стоит. Кому надо шея, никому? Шея. Был. Угу. Вторая тут. Серьезно, две шеи? Не, у меня чел за 65, короче, волю есть. Все, понял. Так, даю проверку. Каски раздам. Что дал? Каски раздам. Короче, мне лень спекаться, бейте так. Так, Кир, спекайся. Ну за шо? Ну 40 тысяч маны. Тоже спекайся, ДПС заодно посмотри. Шо, как будто мой ДПС, не знаешь.
дал. Куда? Конники, каска. Так, все, запускаю босса. Вага, дай кулак, пожалуйста. Стрел убьем, легче. Еда надо вам. Стоит рыба. А. Короче, меньше 20 вагоны. Неликсон, кило, меньше 16 тоже вагоны. Что, хорошо идем, да? Тут планета напряглась. Еще рано, еще не Джайна и не Лич. Неликсу это... На профи. Скидка до 6, то есть выше 16 ты должен. Ну или Синдре. Всем остальным... На месте будешь танчить? Да, да, где стоит. Под защитой старейшин. Окей. Пройду через тёмный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Ну окей. И чист. Рога здесь? Джонни Геро прожми. С пула. Да, Рога здесь. Чё, я первым. Хотите узнать, сколь могущественно подвоина короля меча? Скиньте в дискорд. Только дают меньше мобзера, полево. Да, мазер? Все-таки были сосредоточены всех боссов. Было бы вообще замечательно. На эту тасу. Дух не трогается. Блин, как бы так тормознуть рейд ДПСов, чтобы можно было второй бурс спороть на... Второй бурс. Давайте уже первый. Надо было конику просто боб кинуть и все. Блин, все зависли или нет? Да нет. Так, короче это... Чё за хуйня, блин? Беру, короче, тебя, как подобает. Не трогайте. Кил пока что портанисит. Тут планета научился кнопки тыкать? Не научился, он меня не обогнал. Мазер вагон. Так, чё там? Nelix 15. Выйдет. Сразу шкаф ставьте. Когда трэш появляется у меня чуть-чуть получше, кинь, пожалуйста, я уже два раза чуть не... Примерно 15 человек дают 20.
надо, чтобы все давали. Котенок 16, анкил 17, на него общий нанесенный поменьше. Неликс 15. И монород десятка в коте. В этом мешке. Торс, который РПБ хоста, я заберу. Перчи, если упадут. Я понял тебя. Так, это, ты чё, ты здесь, ва? Букашка, да, здесь? Открывай. Плащ на дух упал. Скинул тебе ДПС? Ну, в Дискорд, как обычно. Так, взрол кидают. Так, чейник. Отдаю монороту на успех. Его успех приоритетнее. Что? Так, матиола. Успех. Ну, пояс никому не нужен, да, спрофа этот кожаный? Его гречка хотел, по-моему, что-то вот она. Гречка. Выбираешь или нет? Гречи пояс этот есть, он же все выбил. А, ну все тогда знает. Спроси, может, Монорота на танк? Ах, тянем, Монорота на танке вроде топовый пыль. Король Лич наблюдает за нами. А, есть. Там осколка не было, да? Осколка нет. О, я зашел, меня пустило. Ура. Народ десятку дал, а вы там двадцатку танкам, а вы двадцатку. Это не серьезно. Так, конника накрутил, короче, да? В смысле? Я свечился в трэш. Трэш у нас. Так, скиты 28, нормально. Но сам ты не накрутил, да? Ты нормально дамажит. Вот, вообще. Так, дальше Редвар. Тоже. Мозер. Пердец все времена, когда ты на первой позиции был. Чё говоришь? Где всё время пина, когда ты на первой позиции был? Сейчас приходится... Ну, блин, меня 4 раза понерфили уже. Тебе приходится сейчас вогонить. О, раздавалка чё-то, кстати, нормально дал. А чё, можете скинуть в рейд ДПС посмотреть? Дискорд. Я в Дискорд. С реканта, кстати, получше ДПС смотрит. Чё-то там горячо плохо. Ладно. Вот надо, знаешь что? Надо Дизерону сказать, чтобы пошел и апал нас на. Не, вот этот рекаунт ему нельзя скидывать. Сантей что, в Африке 28 дал? Я не знаю, если ты. Ну, я спрашиваю, он же меня слышит, может сам не стать. Те, кто 5 топ ДПС, они по-любому не накручивают.
А остальные вот ниже они накручивали. Ты гонишь вот первого 700к в трэш. Я говорю, я свечился, чего вы мне верите? Так, дальше. На боссе надо бить трэш. Инопланетян, ты вообще позоришься, гриба даже не будет домах. Так, газон. Я завис на 10 лямах, если честно. Ой, вторая собака. Это армсвар проседает, двое, да, чего проседает? Нордвар, бля, 26, да? Слобик. Тоже 20-ку дал. Так что еще по факту слобик. Прости, тоже, в принципе, 20-ка-то для поля не хватает. 15 косова. А народ вагон, короче. Рома, я лег тебе сказать, что я еще нормально даю. Понимаешь, это маны других гильдий. Он меньше монороту ДПС дал. Понимаешь? Рога меньше монорота вообще. Вот сильный чувак. С ловушками. Сапер ошибается лишь раз. Да, и потом он больше не сапер. Так, давайте большого сразу еще убьем. Че, потом что? Правильно, конь. Не сапер, а вагон. Что там он нейлится? А, у него 6. Да, ему еще 2. Ну, по скаде 15. По рекаунту 15. Что нейликсу надо вообще? Интересно, шею надо. Плащ. Теренаска есть. Запад. Оффхэнд нужен. Да у меня пару шмоток только обновилось с прошлого года и все. Так, пояс. Кольцо. Внутри не у тебя более-менее. У тебя три стоят для шпышки. Сейчас что упадет. Тебе оффхэнд нужен в любом случае. Жезл тебе. Так, короче, я на боссе. Потом если что сменишь. Анкила обратно сманули или? Да, я здесь. Даю проверку. Кто меньше это здесь, меньше до своего ДПС этого, который был на орке. Тот же манекен. Так, Скирс готов? Все хилы обратно спекнулись в пятой группе. Кир здесь? Писал, что Кирс? Надо подождать. Еще раз. Кто первый из вас возьмет? Не сейчас. Био. А он здесь у нас в комнате вообще? Кирс, да, он вон, он в тотемах сидит. А, ну все туда. Я пуляю тут пару этих. Я первый. У меня на... Повеселимся! Так, ждем, что пояс упадет. Там.
Чего так стоите, блин? Да он не сбегался. Да не он спорит. Под мою массаку. Массаку, да? Что доллары забирать? Да, забрал. Я тебе дал еще конверт. Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Тут другой ДПС, да? Тут это, милики. Грубо говоря, почти все поймали. Стоили пельмени. Во, да? Нет, разбойники не поймали. Да, работает. Так. Ступни себе на хила возьму, да? А тут-то к делу есть еще мелкий. Можно на нем накрутить. Че, кровь никому не надо? Да кому? Только если я вдруг решу себе на шамана шемку собирать. Шкаф возьми, ставьте. Пригодится. Ставьте шкаф, все на нем быстрее будет. Гильбан положишь. Там начистило просто. Ты вроде нет. Я не вижу. Сколько там боты стоят? Тыкать. 583. Я не утро там. Нет, ты не так пишешь. Вверх. И ПВП не надо, черточку. Во, сейчас, да? Лёха, утро, дай. Не, сейчас. Три слизня, я по боссу. Вот и здесь? Да. Слышишься? Добегай. Где он? Чё, блин, чё? Он что, тут вот. Кого же здесь? Я тут. Че, Герас Пола? Да, да, да. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой смеси! Кстати, Слобик, напомни, у тебя клятвы или фалика нету? Того и того. А, вообще ничего нет. Оказывается, да? Ну, у меня на прошлом КД Войд забрал фалик, поэтому и того, и того. А-а-а, вон ну чё.
то у меня клиент уже 2 месяца ждет. Планета не отъехала. Было жестко, да? Не знаю почему, но на вот этом миломорде, да? Авро очень хуёвый. Даже с учетом Т5. У меня нормально не такая. Нет, типа, не знаю почему, но тут иммун некоторые скулы проходят, знаешь. Я в рог уёван. По сравнению с другими боссами. Прикольно. Что, маленьких слизняков больше сводить, нет? Просите. Не надо там, забей. Герой. Скоро делаем тебе вставку. И все довольны. Саку дал. А тут что-то другой ДПС, да? Вот, почему? Рот тебе повезло с шеей. 3 ты. Ты собирай осколки слизи. Я забрал. Слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Сейчас сколько тебе еще нужно? Этот, там монорот. Да я понял, я так просто нашел что-то. Так. Чёрный двор скоро, Шэм? Так, конечно. Использовать эту способность. Сколько? Я теперь так, понимаю, ладно, почему его кисы, блядь, игнорировал. Это кого кисло? В приметы верят, просто в приметы плохие. Я знаю, через сколько. Гриб, ты слишком слаб. Я же вам вчера говорил, 30 штук у меня было. Почитать сегодня сколько осколков упало, можно узнать сколько. 4 упало. И общий получается у меня 34. Запомните, запишите на бумажку, чтобы в следующий раз не спрашивать. С каждым боссом плюс 1 добавляется, будет падать. Бегу квестик сдать. Конь накрутил. Все, я квестик, короче. Ну, на следующем КД я точно, наверное, соберу все шеи. Так что готовьтесь там. Мне квестик. Поехали дальше.
Тяни. Контроль дадите. Еще что? На ушах. Неликс, у вас и так апнутый Т5. Он, если Машу в рейд запустить, она в топ-3 будет. Но он на нормальных боссах. Не настоящих. И сколько это нормально? 23? Ну, нормально же, чё? Нормально это где-то... Не 20. 25, наверное. Т5? Ну да, 25 это плюс хотя бы 10 брюликов. Это возможно. А без 10 нет. 25 нормально, 30 это мастер. Просто. Знаешь, Лёх, вот до последнего нерфа все лемы давали 25. Вот ровно, ни больше, ни меньше. И нас после этого понерфили все равно. Я 25-ку только на роботе, по-моему, буду вещи. Стопал дезурон. Т5 сделано так, чтобы все классы в музыке давали 25 ДПС. Я не думаю, что если я полутаю один плащ с РСХМ, у меня ДПС на 3000 выворот. Не знаю, я в соло цель, без брюли и усилков вряд ли буду давать 25. Ну вот я о том же, типа, да, да, я думаю, что 25 это при условии, что там где-то 10 брюлей в СПД будет. Минимально. При поднятии. Когда-то в ЦЛК 25 ХМ, а на ДПС был 18 тысяч. Это максимально, средний ДПС был 4. Когда она закрывалась. Я помню, когда на профе средний ДПС 10к был. А я помню, считалось, да. Много. По 16 было максималка. В оглушении. А сегодня... А вчера я посмотрел, как ДВ рейд в Берсу уперся. Мне немножко стало грустно. Я представил, а что бы было, если бы у них Т5 не было? Я говорю, максималка 18 было. Ну так же это с брюлями сейчас. Наши силы едины. Восстаньте, братья. Вчера он два раз тоже в Берсу уперлись. Ну там немножко по-другому. Ну если падать по 5 человек, конечно, упираться будут. Это все хорошо, но резните меня. Рыба стоит. Каски разбавь.